Всем hello, сегодня с вами Энди. Сегодня играем зомби против растений. Да все, я знаю, что ты там болтаешь там. О, я что-то новенькое, впервые в такое играю. Я не снимал до этого растения против зомби. Ну вот, я полностью прошел эту локацию. Вот эту. Ну, на третьем уровне зациклился. Не, не могу его пройти. Так, продолжить. Это я один раз как-то играть начал. И вышел. Сохранилось. И в следующем ролике... Ну, под этим роликом пишите коммент, во что хотите поиграть. У меня есть Майнкрафт, Майнкрафт, Stumble Guys, все части ФНАФа до 8. 9 не грузит на телефон, почему-то, жалко. Но у меня много игр. Я могу Майнкрафт снять прохождение, Stumble Guys, могу зомби против растений, но я их уже снимаю. Но вообще, я сам хочу заснять на World. Мне там 12 персонажей не хватает до остальных. Я покажу вам, как проникнуть в шестую, короче, вторую, третью, шестую локацию. Ой, в пятую еще, четвертую. Я уже запутался. Так что покажу. Пишите, во что хотите поиграть. Я уже вам рассказал, во что я могу поиграть для вас. Кстати, напишите мне, как делать опрос. Я не знаю, просто хочу сделать опрос. Надеюсь, на этом ролике наберется куча... Да блин, я тогда поставил. Надеюсь, на этом ролике наберется куча лайков. И вы подпишитесь на мой канал. Я просто стараюсь, а просмотров нету, актива нету, ничего нету. ТикТок заблокировали, но я знаю, что его давно заблокировали. Жалко, конечно. Посоветуйте еще соцсети, в которые можно снимать. Лайк не советуйте вообще. Дерьмо какое-то. Да даже не дерьмо, помойка с дерьмом. Мне вообще лайк не нравится. Я ненавижу его. Но мои одноклассницы в него снимают. Как они в него снимают, я не понимаю. Вообще этих людей. Кому нравится лайк, я вас не осуждаю. Смотрите дальше свой лайк. Он просто мне не нравится. Я не хочу, чтобы кто-то его переставал смотреть. Смотрите дальше, если кто смотрит. Мне все равно, что вы там смотрите. Я больше всего в ТикТок и Ютуб. У меня не было идей долгое время, поэтому ролики не выходили очень долго. А сейчас у меня появилась идея зомби против растений. И вот я снимаю сейчас их. Следующий будет FNAF World. Куда пошел? Это хорошо. Уж 10 тысяч накопил, нормально. Так, так, так. Так. Так, но этот уровень сложный будет, потому что здесь... Вот эти вот зомби, которые прям под водой плавают и выныривают только когда атаковать лезут уже. Надеюсь, их не будет. Потому что я их ненавижу.
Я просто ненавижу. Слов даже нету. А, нету, они на последней волне, походу, будут. Надеюсь, их просто не будет. Ну, а когда этот уровень проходил, они были. А, есть. Все, я понял. Я проиграю точно эту волну. Вот. Смотрите, он сейчас бить будет. О, какая идея мне пришла. Точняк. Еще сюда. Ага, ботики вы все такие. На понтах, да? А вы что, не додумались, что я так сделаю? О, ага. Домой, ботика. Еще одного. Убил. Вылазь еще разок. Убил. Так, ну я могу пока что убрать. Так, о! Вот это, как по мне, самый мощный, который за 325 солнце. Я эту валюту называю солнце. А вы как называете? Я просто не знаю правильное название. Вот у меня в FNAF World персонаж больше, чем у троюродного брата. Я не помню, сколько у него, но у меня есть все фантомы, все кошмарные. Но у меня прикольно там. Но мне не хватает 12 до всех. 36, по-моему. Я не помню. 36, по-моему. Я не помню. Да, блин, ненавижу вот этих вот пловцов недоделанных. Так, повезло, убил их. Ой, его. Так. Волна. Вторая подходит. Я должен закончить этот ряд вот такими вот за 325. Они, как по мне, они мощные. О-хо-хо-хо. Я смогу убить вас. Я положу вас тут все, вы мои рабы. Я специально тут вот такие кувшинки поставил, чтобы видно было зомбаков. В смысле, уже убили кувшинку? Ой, сожрали. А, вот, я же говорил то, что вот эти дорогие, они мощные. А, все, последний. Сейчас мне водоросли. А, что за водоросли-то? Что-то не понял. Как, на что они действуют? Как русский тут поставить? До сих пор не понимаю. Настройки. Где тут настройки? Так, это мой никнейм. Ок. Так. Егор, что тебе надо? Ноль. Ого. Я даже и не знала, что так можно. Это что такое? Шарики там какие-то. Что это такое? Но... Достижения мои. Не нужны они мне. Походу, тут нельзя на русский ставить. Жалко. Угу. Обычный уровень. Это. Ну все, места больше нет. Я
вон, смотри, на что эти водоросли способны. Интересно прям. Надо смотреть, на что... Да... Я посмотрю. Чё, три волны? Как они работают? Я понял, они водяных вот этих убивают, которые без конца лезут. Я все понял. Я понял, выкапываем пока что. А, вот как это работает. Да. Мой брат три или два раза проходил эту игру. Я тоже как-то один раз прошел вторую часть зомби против растений. Я ее проходил, до босса дошел. И то благодаря с помощью брата. Мне было тогда лет 7 или 6. Я не помню. Кстати, кто хочет ролик на улице, еще один. У меня всего лишь один ролик на улице. Засниму обязательно, кто мне пишет. Хочу. Хочу ролик на улице. Я как бы сам хочу заснять. Сейчас погода хреновая. И дома сижу. Никуда не выхожу. Сегодня шел весь промок. Ну, дедок, ты же на ночной появляешься. Первый раз у меня в такой смене появился. Пошел в жопу. Да, 100% выигрываю в этой волне. Надеяться только на лучшее. То, что я выиграю. Я надеюсь, выиграю. Так. Ага. Так. 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 Не надо мне тебя тут. Ненавижу вот этих спортсменов. Недоделанных. Да ты издеваешься надо мной. Он издевается. Ой, я понял. Нормальная волна прет. Да давай быстрее. Мне солнце нужно. Кстати, кто догадается, какую песню, какую мелодию я напел сейчас? 100% никто не отгадает. О, дед пердет. Идет. Пошел в жопу, старый.
Давай, 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 гаси, гаси! Да, блин. Блин! Забыл. Капец. Блин, зачем я новую игру начал? Я случайно. По-английски тут не поймешь ничего. Ну, в принципе, на сегодня я не знаю. Так, что это за книга? Это книги зомби, виды зомби. Я открыл обычный с лагом, с колпаком. Спортсмен, с ведром, детка с дверью. Это еще более спортсмена. Так. Вот этого танцора, вот этих мексиканцев, утку. И этого. В смысле? Где утка? Колпаке. Ой, зомби в утке с колпаком. Вы же сами видели, что он нападал уже. Так, растение у меня. Нормально. Так, следующий перчик. Это что, лама, что ли? Что-то я не понял. Что за драконы, что за ламы? Чего? Что, блин? Ну, будем сейчас стараться проходить. С ведром на башке. Так, так, так. И это добавок. Так, надо какого-то убрать. Кабачка может или... Не, кабачка не надо. Бесполезно, как по мне. Перезаряжается долго. Бесполезная штука. В следующем видео я буду выпускать FNAF World. Напишите, кто-нибудь есть фанат FNAF World? Да вообще, кто-нибудь есть фанат FNAF? Я обожаю FNAF. Правда, по нему что-то просмотры не набирают. Я вообще не знаю, что сейчас популярно. Я просто снимаю, что попало, какие угодно игры, лишь бы просмотры были. И я снимаю игры, которые были популярны 9 лет назад. Устала я уже. Так, ну сейчас, если пройдем, то ролик продолжится. Если не пройдем, то он все равно продолжится. Так, сюда. Так. Так. Так, да блин. Так, так. Так, все. Все идет по плану, пока как я хотел. А по какому плану у тебя идет все? Да я тут знаю, я сам ничего не делал.
Плана никакого не было. Не понимаю, вот зачем люди перед тем, как сложный уровень проходить, придумывают план? Да блин! Опять не туда поставил. Ладно, пусть этого замесит. Так. Ну пока все норм. Идет все нормально. Я вообще хочу идти по возрастанию. Сначала дешевый, дороже, еще дороже. Я хочу вот по такой возрастанию идти. Пошел в жопу. Не, да спортсмен. Горел, что ли? Не понял. Кушаньки ставим. А, я покажу, как еще деревянного медведя убить и как к свинье пробраться. И потом мы убьем главного контингента этой программы. Железную сову! Ну, я ее уже убивал, конечно. Мощная идет. Чисто вот этот спортсмен бежит. Чисто я когда на друзей разозлился. Зарежу! Ты что думаешь, самый крутой что ли тут? Походу да. Пошел в жопу. Так. У меня же еще не было. Это я поставил. Давай, перезаряжайся быстрее. Капец, он еще долгий будет. Перезарядка дебильная. А, давай, давай, давай. Давай, чуть-чуть осталось. Фух, успел. Потому что я за него много отдал. Так что не надо мне тут, что он умрет. Не надо мне такого. Да. 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 Так. Ставим. Подбираем. У меня бывает такое, что просто это, когда зомби в этой ведре на голове, ведро на голове, у меня такое попадается. В рифму. Ну, что-то такое. У меня такое бывает, попадается. У кого тоже было лайк. Like.
Волна. Волна, 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 волна. Волна, 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 волна. Вдруг я сейчас выиграю. Пошли вы в жопу. Пошли вы в жопу. Ненавижу, когда вот такая сильная волна и их куча. О-о-о, сколько нацвело-то. Норм, норм. Богатеем. Шум-шум-шум. Мы делаем бизнес. Чисто мы с другом, когда что-то нам, ну, короче, что-то отдали за деньги. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, мы купим себе тапки. Мы иногда с другом садимся во дворе у него или у меня и начинаем торговать. А, шутка. Ничего мы не начинаем. Максимум помахаться можем немного. А че немного? Много. Я вообще махаться люблю. Друг драться вообще не умеет. Вот я его драться учу пока что, но... Видно, что прогресс немного идет. Но плохо идет. Да блин, что ты не подбираешься? Уже подобрался. Вам нормально, что такой огонь, и вы живете? По вам такой огонь выстрелили? Какой-то из троих последний зомби. А, вот этот. Чё? Чё такое? Бекон? Вы серьёзно? Давай ты уже своё, спасибо. Чё у тебя тут есть? 500? Покупаем, покупаем. Не, ну а чё, как говорится, пока дают, бери. Халявы. 5000. Пошёл в жопу. Так понял, грабли свои забери. Чего? Малютки. Это новые машины. Знаете, газонокосилки, обалдеть. Малютки бегут. Бегите, малютки, бегите. Бегите, малютки, бегитки. Малютки. Малютки. А когда ружье-то будет, я не пойму. Его что, не выдают тут, что ли? Да неужели?
Быстренько, быстренько, быстренько. Что-то он быстро несется прям. Очень быстро. Пащель в сраку. И вот тоже. Бомба! Интересно, как вот это вот работают, вот эти, которые я выкупил, купил. Первая волна. Ну, давайте прийти мелкие уже. Нам где кувшинки? Кувшинки нужны. О, прекрасно. Да ну хе. Пошли в жопу все. Пошел отсюда, коротишка. Выставим картошку. Перец. 125. Чё так много? Я не понял. Вот это чё. Я подумал, это лама. Чего? Мне не кажется, тут зомби не будет. Обалдеть. Ну, а на этом моменте мы заканчиваем ролик. И подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.